Азинистерста 2018 проходит традиционно на площадке Этномира в Калужской области. И традиционно в выезде принимают участие старосты первых курсов, старосты академических групп, а также студенты, прошедшие отбор, и студенты, которые уже успели за полтора месяца обучения в МГИМО проявить себя во внеучебной деятельности. Мы постоянно находимся с ребятами, мы общаемся с ними, помогаем влиться во весь этот процесс, как-то пытаемся помочь им сплотиться. И ребята на самом деле удивительные, мне команда попалась просто невероятная, они все очень талантливые, очень зажигательные. Синистерстат дает им возможность познакомиться друг с другом, со своими однокурсниками, с ребятами из других факультетов, с которыми потом в будущем будут дружить, общаться, работать. То есть они все заинтересованы в процессе, они очень быстро сплотились уже как бы на первом задании, на первом тренинге. На тренингах студенты развивают именно такие практические навыки, которые обязательно помогут им и в учебе, и, конечно же, во внеучебной деятельности, в том числе уже в перспективе на работе. Развиваются навыки ораторского мастерства, навыки ведения презентационной деятельности, общения, ведения переговоров, умение работать в команде. Мы создаем авторскую программу, каждый раз компилируя ее части таким образом, чтобы было чередование какой-то подвижной формы, каких-то моментов, связанных с аналитикой и мозгоштурмом, с рефлексией того, собственно говоря, да, чего они достигли. И нам кажется, что вот это вот как раз такое компилирование различных частей позволяет достигать наиболее эффективного результата. Особенно они были в восторге от задания с дублированием картин. То есть им раздали фотографии, изображающие героев различных кинофильмов. Им нужно было повторить, изобразить и сделать аналогичную фотографию. И они на это потратили около полутора часов. И за это время прям была задействована вся команда. И реально ребята сплотились максимально. Эти люди, на самом деле, они очень интересные. С ними очень интересно пообщаться. Там я изучаю китайский язык. Но, тем не менее, ребята, которые учат немецкий, итальянский, испанский, португальский, норвежский, они как-то вместе объединяются и за одним общим столом объясняют друг другу что-то на русском. И ты реально чувствуешь, что ты попал вот в этот мир всяких разных этносов. Основная мысль, которая вообще, как мне кажется, несет Старостат и которую до нас доводит, это мысль единства и осознание того, что ты являешься тем самым винтиком, без которого это все не будет работать. Это, конечно, завораживает. И они не стесняются показать то, какие они внутри, и стихи читают мальчики, это действительно просто поражает. Люди не только с невероятным умом, креативом, способностям к языкам, но они глубоко чувствующие люди, и они готовы идти на контакт. И это действительно за два дня тебя погружает в новую атмосферу. И мне кажется, когда мы вернемся вот уже завтра на МГИМО, и мы будем видеть этих людей из своей команды, мы будем уже относиться к ним по-другому и чувствовать то, что мы действительно родные люди, одна семья. Хочу сказать огромное спасибо ребятам, потому что просто безумно талантливые, креативные люди, которые действительно не сидят на месте. И огромное спасибо моей команде, потому что это чудесные люди, которых я очень сильно полюбила. И спасибо этому Старостату за людей, которые появились в моей жизни, за чудесных людей, за друзей. Спасибо всем тем, кто был рядом на этом Старостате. Вы все молодцы. Я надеюсь, что в будущем мы будем с вами общаться, здороваться и также классно проводить время. Всем большое спасибо. Thank you.